Юлия Николаева не в первый раз обращается в администрацию. Причина – водители маршрута 342К устроили перевалочный пункт прямо под окнами ее дома. В ситуации чиновники тогда разобрались. Мы навели порядок. Нескольких водителей перевозчик региона «Автоодин» даже своим приказом наказал. Есть копии приказов этих. И, соответственно, последнее было нарушение 7 июня, месяц назад. Теперь, по словам заявительницы, водители стали вести там посадку-высадку пассажиров. Конечная маршрута – остановка поликлиника. Однако щедрые водители не скупятся проехать еще около 400 метров и высадить пассажиров напротив стадиона «Родина», где, собственно, не положено. Но, к сожалению, фото или видео доказательства химчанка предъявить не смогла. Там происходит высадка и посадка. Иногда происходит посадка в... Вы как это можете подтвердить? Есть у вас... Нет, здесь я вот конкретно ни фотографий нету. Тем не менее, власти округа проверят обращение. Глава муниципалитета Дмитрий Волошин пообещал разобраться в ситуации в ближайшее время и принять меры. Мы поговорим, я лично побеседую с учредителями и с директором генеральной компании, чтобы они обратили внимание и не останавливались там. Также Дмитрий Волошин поручил рассмотреть продление маршрута 342К до стадиона «Родина» уже на законных основаниях, если в этом есть необходимость. Отметим, личный прием граждан глава округа проводит 2 раза в месяц. Записаться можно по телефону 8495-572-7338 или на сайте администрации.